Теперь возвращаемся к теме выборов в США. К этой минуте известно, что оба главных кандидата в президенты, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, проголосовали на своих участках. Теперь осталось дождаться результатов. Поскольку по опросам шансы обоих лидеров гонки примерно равны, все может закончиться победой любого из них. За выборами в США следит весь мир и не только следит. Вот, например, шаманы в Перу попытались предсказать итоги голосования. На берегу океана они провели специальный ритуал с танцами и песнями. Пришли к выводу, что победа достанется Хиллари Клинтон. Каковы будут результаты голосования, попытались выяснить и в Сибири. Вот в Красноярске миссию доверили обитателям зоопарка, амурской тигрице Юноне и белому медведю Феликсу. На выбор дали тыквы с портретами и именами кандидатов. Результат оказался прямо противоположный. Юнона отдала свой голос Клинтон, а вот Феликс Трампу. Кто прав, станет понятно уже скоро.